посетителей трактира не хотят угомониться. Все вверх дном дрожит трактирщик, суета и кутерьма. Человек из следопытов эльфа перепить грозится. Сразу видно камикадзе или выжил из ума. Смотрит эльф из лихолесья абсолютно трезвым взглядом. Хоть уже устал трактирщик наливать ему вина. Человек себя колотит пяткой в грудь, мол, буду гадом, но бессмертного собрата напою я до пьяна. И опять же буду гадом, если я не буду трезвым, выпив столько, сколько эльфу захмелевшему налил. Даже если эльф на битву бросит все свои резервы, перебить его с избытком следопыт хватит сил. Эльф над ним лишь посмеялся, опрокидывая кружку. Даже бдительный трактирщик потерял давно им счет. Но тягаться из прикола с человеком согласился, но вдруг случится в мире чудо, и он эльфа перебьет. Потекло вино рекой, счет пошел уже на бочке. Следопыт держался крепко, но эльф не отступал. Пьяный следопыт грозился, это, мол, еще цветочки. Но эльф ягод не дождался, следопыт под стол упал. И теперь он крепко спит там с недопитой кружкой рядом. Видимо, свершится чудо, в этом мире не дано. Смотрит эльф на следопыта абсолютно трезвым взглядом и в свою большую кружку наливает вновь вино. Смотрит эльф из лихолесья абсолютно трезвым взглядом и в свою большую кружку наливает вновь вино.